Ах ты, блин, поставил сам себе. Но ума вообще просто IQ минус один. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, King and Fire, Канзел, Ванёк, как всегда, очень много классных подписчиков. Сережка, поздоровайся. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика, аниматроник гоняется за нами, и кто помнит эту карту, плюсик в чат. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Ой-ой-ой, это было рядом, но, кстати, на меня он что-то не агрится, смотрите, прям рядышком ходят, сразу видно, я их поставил, они меня сильно любят. Удалить. Ё-моё, ну что? Как он так со спины меня убил? Я же их поставил, они меня и убили. Ну что, давайте еще добавим. Я хочу, чтобы было очень много аниматроников. Добавляем. Я же умер? Умер, значит, еще и Фокс. Давайте Бонька. Бонька пошел в действие. Бонька нападает всех, кого видит. Так. Кстати, насколько знаю, Серега, тут можно спрыгивать и сбрасывать их с большой высоты. Ну чё? Да. Смотри. Нет, не умер, не умер. Так, осторожно, дурачок. О, если я вот тут буду стоять в беседке, он мне достанет или нет? Все в беседку, давайте проверим. Так, по кругу, по кругу. О, их уже тут трое. Аж горле запершило. Ну ничего. Хорошо. Давайте еще поставим. Давайте поставим с другого пака. Например, у нас есть фиолетовый человек. Псих идет. Опа. Он даже не знает, за кем идти. Я залез по лиадам. Классно, что можно так делать. Слышь, да? О, давайте попробуем, можно ли отсюда спрыгнуть туда? Эх, нельзя. Так, а где они бегают? Серега, ты их видишь? Нет. Ого, они тут толпой прям бегают. За Патриком. Патрик, беги. Так, у нас тут мистер Крабс. Спанч Боб. Хай. Я, кстати, тоже Спанч Боб с монтировочкой. Я не понял, что так мало? Давайте тогда прям жестко сделаем. Ребята, начинается очень много жести. Так что готовьтесь, ждет вас угар и кишки из жопы, которые меня уже выпустили. Да ё-моё, это же очень жестко. Да блин. Не, Серега, если каждую смерть я буду ставить аниматроников, то в конце здесь будет триллион аниматроников просто. Эй, ты чё застреешь? Давай иди наказывай их. Я вижу, Серега, ты умер, да? Тебя чикнули? Да. Они-то как-то убивают черный экран, аж немножко пугаешься. О, бегут толпой. Беги, Спанч Боб! Я вижу, за кем они. Давай, не спы. Это было угарно, давай. Кто там залазит? Нельзя залазить, давайте так выживать. Ух ты, видели, я прям по башке ему ногой дал. Ого. Не-не-не-не-не, ребята, я не согласен с вами. Надо их скидывать с высоты, они-то начинают падать. Сейчас еще чуть-чуть, ребята, и придет одна марионетка. А потом две, три, четыре. О, давайте сразу поставлю марионеток. Вы готовы? На, попей. Еще на. Три марионетки против семерых. Полетела психичка. Так, надо внимательно... О, блин, я уже испугался, это Спанч Боб. Идите-ка, лотитьки. Летит за мной. На тебе, Серега, ну что ты невнимательный такой. Так, а если я тут в углу буду стать, она сможет меня так убить или нет? А, она не спрыгивает, она как-то боится. Кунзел умер. Ой, я за деревом заныкаюсь. Интересно, она меня найдет или нет? Ой, надо валить, сейчас меня найдет, чувствую. Надо стоять вот здесь. За мной загрелась. За мной загрелась, ребята. Сейчас мне будет жопа. Нет? Не жопа? Ну я вижу, она за мной агрится. Только где она? Тихо. Так, на помощь приходит... Бонька. Давай, Бонька, покажи, на что ты... Ё-моё! Вот это было жестко. Кстати, я... Насрал чё. Чуть-чуть там было. Подвалил кученцию. Так. Ну тебя нафиг. Ай, блин, я боюсь уже. Давай, запрыгивай. Ёлки-моталалки. Блин, мне скринер на весь экран, у меня аж это... Потеет все везде. Очко военко.
Так, надо как-то пытаться запрыгнуть. Опа! Ой, я буду смотреть, как пацаны умирают, это весело. Серега, ну где ты, умираешь? Я в беседке сижу. Да ладно, я сейчас возьму, так сделаю, что они на тебя набег. О, ребята, прыжок. Давай. Веры. А я на беседке прям, представляешь? На. Руки на ширине плеч. Сейчас кого-то убьет. Ой-ой-ой. Еще ставлю, ребята. Это очень мало, поэтому мы ставим мангл. Мангл, эй, ты читеришь, мангл, ты в воздухе Эй, как она это делает? Серега, смотри. Магия вне Хогвартса. Давай, Нет, это обычная, кстати. И еще одну. И еще одну. И еще одну. Это так, знаете... Эй, вы что сюда пришли все? А ты что сюда пришел? А ну давай вниз. Ну ладно, давай, я пошел вниз. Я бегу, бегу, бегу. И штанишки навалю. Блин, немножко страшно, карта очень маленькая, и при этом они вот прям за угла выходят, так хряк с тебя и убивают. Серега, ты меня скинул вниз. Маринетка, что тут стоит? Давай, иди атакуй их, фигач. Так, пошла, пошла, пошла. Стоит на спауне, ждет, думает, никто не появился, пойду я дальше. Так, а вы что тут стоите? А ну вниз. Тихо, тихо, тихо. Фу, хорошо, что не на меня. Я знаю, кого, ребята, надо добавить. Надо добавить спринт-рапа. Ребята, как всегда, ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся людям поднять настроение. Тем самым продлеваем людям жизнь. Опять за мной загрелась. Помогите. Помогите, помогите, помогите. Я ее рожу вижу на весь экран. Видели, как она хотела меня убить? Еще в чуть-чуть. Давайте делаем ставки. Напишите, ребята, вот прямо сейчас в комментариях. Смогу ли я спрыгнуть, резко убежать? 3, 2, 1. Давай, Димка, беги. Смог, смог, смог. Сейчас я перетравлю на кого-то другого. Она за мной? Она не за мной. Она за мной, она за мной, она за мной. Надо быстро бежать. Главное не останавливаться. А я ее не вижу. Я ее не вижу. Она бежит за мной. Видели, видели? Она сзади. Прям рядышком. Отлично. Вот она, вот она, вот она. За мной агрится. Давайте все-таки здесь прыгнем и еще повыживаем. Беги, Димка. Она переагрил. Ну, блин, у меня же пропал скример на лице. Почему она меня заубила? Заубила. Вот жопа. Хорошо, я тебя запомнил в лицо, марионетка. Слышь, дай заспамниться. Быстрее, беги, 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 беги. Вот это у нас мясо. А если вот так за столбом буду сидеть? Если она меня вдруг не увидит? Вдруг не увидит, как... Увидит, да? А если не увидит? А, спринт-трап! О, дурак пришел и не может не убить. Че ты тут ходишь, подлец? И че, он просто бежит вот так в тупик и все? Хоть бы марионетка не пришла. Хоть бы марионетка... Пацаны на беседке сидят. О! Убил? Он просто скример кинул. Он просто кинул скример, но не убил. Класс. Молодец, спринт-трапы. Ё-моё. Зачем же ж так пугать? Это реально жестко, какая-то битва у нас. На тебе. На. У нас вот и быстрее, и медленно. Видите, что творится на карте? Вакханалия полная. Ну что, ребята, добавляем еще. Сейчас будет самый последний левел, когда прям выжить невозможно. Нет, это выжить возможно. Это, ага, я понял, тебе не будут бегать. Так, так, так. Я столько стою времени, меня никто не убивает. Да беги, 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 дурачок. Ах ты, блин, поставил сам себе. Ну, ума вообще, просто IQ минус один. Смешно, да, Серега? А я сейчас посмотрю, как они тебя будут убивать. Эй, спринтерлап! Ребята, я, кстати, не умер, я бегу. А, я не бегу, я уже прибежал на тот свет. Я что-то боюсь возрождаться, но надо это делать. Да ты, блин! Ты дурак, что ли? Я буду орать, я буду жаловаться. Я на беседке почему-то появился. Представляешь, неужели тут спаун стоит? А так законно разве? Меня убили. Ну шо, ребята, нормальная выживалочка? Смотрите, как у нас тут вакханалия творится.
А я сижу себе, сижу, на пацанчиков гляжу. Ля-ля-ля. И выживай, кстати. Давай, Дим, выживаем. Выживай, выживай, Серега, у тебя хорошо получается. Да, 10 миллионов раз. Кстати, кто самый больше раз умер? Первое, это что, у нас смерти, да, идут? Да. Так, пока мне что у нас... А, у всех одинаково, 18, у кого-то он 37. Ну, Серега, ну зачем ты меня скинул? Серега, молодец, взял мне скину. Нельзя было меня скинуть. Да какой 5 секунд? Ну дай выжить, пожалуйста. Ё-моё! Так, ребята, последняя волна. Вы готовы? Это будут не очень быстрые, но при этом очень интересно будет. О, лимит. 20 где-то аниматроников плюс-минус. Немножко аж подвисать начало. Побежали. Все бежим, бежим, бежим. Ого, за мной толпа. Вы что, дураки, что ли? Ого, их тут по карте бегает. Серега, это жопа. Ё-моё. А там никак не выкрутится. Разве что назад, но их там больше. Я даже не знаю, что хуже. Когда ты от одного умираешь или от толпы. Мне кажется, разницы никакой нет. Ах ты, гомно вонючее. Блин, Серега, скажи им. Хорошо, я тебя понял. Я тебя понял, Дим. О, ребята, смотрите, что творится. Вот это трындец. Вот это жопа. Че? Я говорю, Дим. Что? Стой, блин! Вот что говорю. Стой, стой, стой. А, ну давай, ты хочешь бомбу взорвать? Да. Ну что, ребята, давайте посмотрим, убьет аниматроников ядерная бомба или нет. Не, Серега, я что-то... А, эти не убиваются. О, мы что-то опять умираем. Это аниматроников. Короче, ребята, эти аниматроники бессмертные, так что не вздумайте их ставить. Горит с моде. Это аниматроник, который вы никогда не сможете убить. О, Серега, давай знаешь, чем проверим? Мне кажется, их админский пистолет не возьмет. Это прям очень жесткие. Блин, взял ему в живот, прыгнул сам. Сам же на него натравился. Ой-ой-ой. Серега, убиваются? Проверяю, не дают проверить. Так, ребята, я сейчас подлечу. Возьму пистолет. Серега, они не убиваются. Ребята, если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте и посмотрите мои ролики еще.